Привет, народ. В общем, пригнал сегодня на Home Skate Park. Ноябрь, 3 число, плюс 5-6 градусов где-то. Ну, ветра нет, и как бы руки не мерзнут. Единственный минус – это... Листья? Нет. Или что? Это с той стороны и с этой, в общем-то, мокрая поверхность. Но у меня есть еще идея. Там есть сцена и детская площадка. Но детская площадка выглядит как спот, я там еще не катался. Если будет мало народу, я думаю, туда съездить, чтобы лишних как бы придирок не было ко мне и тому подобное. Сейчас здесь раскатаюсь. Все, что на этом морозе смогу, то сделаю. В общем, посмотрим, что выйдет. Такой чисто лайт видос. Да, что, поехали? В общем, придется супер лайт катать. Что вот прям в линию хотелось бы что-то на реле сделать. Ну, блин, к сожалению, сыровато и рисковать особо не хочется, падать, ну, по пустяку. Сейчас здесь попытаюсь, наверное, перейдем к стрит-спотам чуть-чуть. Короче, что-то придется херню какую-то делать, либо придумывать что-то такое невероятное, новое для себя. На той фигуре, где сухо, а то все покрышки мокрые, сюда вот подъехать невозможно, вот сюда. Хотел только что с баром прыгнуть, либо треху сделать. Короче, понял то, что градус буду крутить, скользну же, блин. Улечу вот это все дерьмо и по боксу, и хода неоткуда брать. Там тоже все такая же картина. Буду сейчас креативить там. Ну и потом, как говорил уже, попробуем на стрит-споты, которые есть рядом, попасть. Реально помогает. Ну типа тренер же есть об этом. Ну да. Я в ахуе вообще. Видели, я их вообще делал, может, по паре раз. Бар на дизастер вот здесь, уже манейте на спайне. И на фейке вообще никогда не делал. Сейчас хочу переделать, потому что типа допрыжку сделал из-за того, что шатун словил. На кассете сложновато пока понимать, как быстро переправить на педаль. Поэтому сейчас буду пробовать переделать, заодно поучусь. Короче, снимаю. Теперь цель словить именно в педали. Короче, нога соскальзывает. Бухаюсь чуть-чуть. Попробую все-таки шатун и плавно переставить ногу на педаль. Он яйцами пёзнулся, сука. What the fuck, мазафака, сука, блядь. Сука! Что с тобой? Жесть. Ты живой? Это все ебучая мокрая асфальт. С листьями.
Сука. Ебучие листочки. О, вот они, кстати. Все. Молодец, вообще крутой. Короче, сделал. Но надо заиметь привычку с шатуна на педаль ногу переставлять. И дальше изи. Передохнул. Сейчас сделаю старое. То, что уже делал. Просто закреплю. Сделаю хэнгфайв на лэшвип и, наверное, потихоньку перейдем вот к спотам, которые я говорил. Посмотреть еще, как они катабельны, нет. Ну и так, на этом чуть-чуть закругляться уже будем ближе к тем спотам. Ну, холодно и не особо приятно кататься, так скажем. Ну, вы сами видели, я на пустом месте упал. На листочке, блядь. Какой ты молодец, палкой поебал и не получил. Ты ёбнутый. Эта палка ничто. Трюк классический сделал. Барахло вот подобрали свое. Ёбаный КамАЗ, блядь. Палкой поебал и не получил. Да. Я сейчас встану. Вот идем на тот спот. Давно ничего не делал дропы, делаю базу из того, что холодно, боюсь повредить свои дряхлые старые суставы и тому подобное, и потом передвинем на еще один спот. На нем уже не факт. О, кстати, тут крутого моего хоп можно сделать. Единственное, смотрите, там что-то будет. Нет, не сделать, там такой катастроф. Да, еще мужик сюда идет, представляете. Короче, в принципе, классика. В треху сделал. Было бы чуть теплее, был трак, там еще что-нибудь. Ну-ка. Когда давно я прыгал на скорость, то сейчас думаю сюда допрыгнуть. Там, походу, когда я был хобби-хорсер, они все боялись. Я скрывал своего хорс, типа я стесняюсь. Наверное, придумал линию. Сейчас что-то с этими пеньками, столбами запрыгиваю сюда и делаю оттуда трюк. В общем, такие стандартные линии. Ты что так ржешь? Такие лайты. Неохота как бы пальцы убивать, ноги ломать. Ладно, давай, покажи сюда. Кстати, тут на горизонте кибероператор. Ну, как бы, в комментарии напишите, крутой же оператор. Там, можете лайк, коммент оставить, в общем, в другом споте. В общем, вот тот крутейший спот, где я бы хотел пытаться, но там, к сожалению, Росгвардия стоит, и она уже как бы смотрела на меня.